Полосу препятствий для пешеходов устроил застройщик на улице Самбурова, 216. Разрешение оформил в 2011 году, а саму стройку развернул в 2017. Вот здесь посмотрите, что творится. Сезон идет. А вы сидите по кабинетам все. И у вас все нормально. Не скрывает застройщик свои планы на участок муниципальной земли, но автомобильной стоянки за счет газона не будет. Провести благоустройство в течение суток – поручение главы. Знаете, проверяйте, принимайте меры и докладывайте. И по Крымской тоже самое. По информации Управления архитектуры, на Крымской 109 разрешение выдано в 2011 году. Намерение собственник участка реализует спустя 6 лет. Делает это, не соблюдая ни сроки стройки, ни правила благоустройства. И еще один адрес в маршруте главы – переулок Родникова в Алексеевке. За ограждением идет стройка, но никаких опознавательных знаков нет. Вы выйдите сюда, прежде чем он начинает работать, вы главный архитектор. Придите, пригласите людей, пригласите непосредственных соседей. Скажите, как вам вот это все будет? Пусть он объяснит им, почему он по периметру копает. Он проекта даже не показывает людям. Городские службы провели работу с застройщиками по указанным адресам. На Самбурова прилегающую территорию освободили от стройматериалов, а затем принялись за устройство клумбы. По строительству в переулке Родникова муниципальный контроль проверяет разрешительную документацию. На Крымской фасад недостроенного здания скрыли за ограждением.